Воу-воу-воу, я еще не успел даже выложить первую серию, тут уже вторая подлетела. Ну, чё, классно, вот вам в один день сразу две реакции на ГГ-шоу. Давайте смотреть. Как я понял, ну, в прошлый раз, теперь сами эти участники будут главными героями. И нас ждет какая-то новая история, то есть не будет все посерийно. Хотя фиг знает, давайте заценим уже. Знаешь, кстати, а той музыки не было. Вот это одна из моих любимых тем. День сурка. Вообще обожаю фильмы с этой тематикой и так далее. Ой, блин, мастер фотошопа. Главный герой Чингис Султанов. Так, капец, поспать. Простите. Ты чё, бычий член? Охренел так опаздывать? Последний шанс дайте, пожалуйста. Пошел в жопу! Пожалуйста. Ты уволен! Пошел в жопу, я тебе сказал! Иди, собирай свои вещи, чтобы я тебя никогда не видел здесь! Что-то слишком оранжевый. Дорогая, я дома. А она... Брат? Брат? Дорогой? Что здесь происходит? Брат, это не то, что ты подумал. Я тебе все объясню. Тихо, подожди, брат, не уходи. Дорогой! Подожди. Жестко. Эй, щегол, чего смотришь? Упс. Не понял, кто щегол, э? Блин, ну что-то все как-то коротко, быстро показали так. Ты чё, бычий член? А сейчас вы скажете, пошел в жопу. Ты сам пошел в жопу, понял? Ты уволен! Уходи нахер отсюда! Пошел в жопу! Два раза пошел в жопу! Брат! Дорогой? Что, все повторяется, что ли? Брат, это не то, что ты подумала. Я тебе все объясню! Так нормально реагирует все. Братан, классные мускулы. Эй, я не понял. Ты чё, пидор, что ли? Это чё, день сурка, что ли? Так, ну это из-за чего-то должно быть. Алло, он шеф, должен найти я причину. Сегодня на работу не буду. Я увольняюсь. В жопу вашу работу. Пойдем, проходи, он на работе. Точно? Точно, точно. А я заждался у вас. Ну, рассказывайте, чем вы там занимаетесь. Брат, просто Айк попросил помочь. Да не врите мне. Я же знаю, что ты мне с ним изменяешь. Это неправда. Прости, брат. Шлюха.
Слышь, ты так с ней не разговаривал? А что будет? Сейчас тебе погружу, что будет. Что будет? Эй! Слушай, урод, если я тебя еще раз увижу, убью, понял? Блин, ну что-то это, пинки-то уж надо было. Как-то по-реалистичнее показать. Пожалуйста, только ты не ссы на меня. Ну как скажешь. Урод. Пацаны, я реально уже устал. Каждый день одно и то же. Прикольно. А есть еще такой наркота? А ты вообще заткнись, у тебя право голоса. Брат, хотя классно же. Я бы на твоем месте вообще воспользовался этим моментом и кайфанул бы жестко. А чего я сам не додумался? Братан! На! Ну, чтоб хотя бы заслужено было. Что, приятно? Да, приятно! Скажи спасибо, что не на лицо! Заходи, он на работе. Точно? Точно? Давайте тройничок. Чё, можно? Тройничок попробуем? А? Братан. Только не бей этот, я угостить решил, можно? Да-да-да. Давай. Чё, может, четвером попробуем, а? Подожди. Жёстко. Реально, может, стоит попробовать? Брат, может, не стоит? Да пацаны, вообще не переживайте. Я сейчас прыгну, умру, завтра проснусь, обратно соберемся, все ништяк будет. Ну что, пацаны, давайте. Сука. Что, поехал? Три дня. Все-таки странный он был человек. Да. Ладно, пойду его жену успокою. Не плачь, не плачь, не плачь. О! Прикол! Если хочешь посмотреть следующий выпуск сразу, переходи по ссылке на YouTube и смотри. Есть такой? Так. Идея прикольная, но реализация показалась мне слабой. Слабой какой-то... Какой-то прям дурацкой, я не знаю. То есть, ну, мне кажется, можно было развить все куда круче, а не так... Вот то, что у него фиговый день, там его бьют. Этот чувак, который его, на него постоянно сыт, тоже как-то... Не знаю, и вот эта тема, то, что айда втроем, вчетвером... Ну, втроем еще, типа, да, ну, просто по приколу как-то. Потом, типа, шара целая на одну женщину. Не знаю, что-то как-то поначалу вроде прикольно было, но, опять же... Как-то все быстро протекало. То есть могли бы сделать поразвернутей. Ну, это мое мнение, как бы. Как будто чего-то не хватает. Не насладился я в итоге. Прошлый выпуск был прикольный. Вот этот как-то, ну, такое себе слабо. Хотя вот пишет, концовка офигенная. То, что, типа, на его могилу посрали, ой, поссали. Чё офигенного? Так, ну тут
в основном всем все вкатывает, все круто, ля-ля-ля. Я никого не хочу обидеть своей реакцией, я просто говорю честно, что думаю. Вы можете быть с этим не согласны, сразу говорю. Я уже вижу людей, которые мне могут написать: «Пошел ты в жопу, ты ничего не понимаешь». Вот. Не знаю, юмор он разный, и кому-то может показаться смешным, кому-то нет. Я просто, ну, в каких-то моментах смеялся, я больше смотрел на реализацию самой идеи, самой этой темы, вот. И, ну, мне она особо не вкатила, сама эта история, и как у него что там повторялось. Все очень быстро, как-то скомканно. Все, я уже все сказал. Ваши комментарии жду под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.